a super genius. Недавно разработчики Раста сделали небольшое обновление в нашей любимой игре, после которой ПВО нельзя сломать с помощью патрона, но все мы знаем наших любимых разработчиков, всегда найдется какое-нибудь но. И это но я покажу в своем ролике. Кстати, в прошлом ролике я делал небольшой розыгрыш. Победителя вы сейчас видите на экране. Отпишись мне, пожалуйста, ВКонтакте. Кстати, у меня тут день рождения через недельку намечается. И для поднятия настроения я был бы безумно рад, если бы каждый зритель, который сейчас смотрит без подписки, подписался бы на канал. Вам не сложно, а мне невероятно приятно. Так давайте же прожмем эту чертову красную кнопку, чтобы она стала серой. Ну и про лайки тоже не будем забывать. От них я тоже не откажусь. И перед началом ролика я хотел бы вам рассказать о новом проекте, на котором я частенько стримлю. Росток. Это полуклассический сервер с рейтами 1,5x, сбалансированным донатом и китами, которые работают после 6 часов от вайпа. Вайпы по четвергам 14:00 по МСК. Заходи и играй. Ну а в честь открытия проекта по промокоду START вы получите 50 рубликов в магазине. Заходи и играй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же я давно не залетал посреди ночи. Время практически 3 утра или 3 ночи, для кого как удобней, а я залетаю с полнейшим ажиотажем выполнять все свои задуманные идеи. В путь. Ой-ой-ой, какой закатик красивый. Мне, кстати, в этом вайпе нужно поселиться где-то рядом с космодромом, например, вот здесь. И для этого, пока у нас ночь, надо безопасно до туда добежать. Опа, совершим первое нападение. Готовый. Ни хрена себе! Родной, так у тебя все есть. Это значит, что теперь и у меня все есть. А это что за абориген? Сам такой. На мой друг покушай. О, шоколад. Спасибо. Yes. Хорошо. Yes. За шоколад отдельное спасибо. Хрена себе. Это кто такой кубик подстроил? Нормально? Я думаю, ему нормально. Ой, слушайте, я бы по пути на сферу забежал. В принципе, есть-то шанс, то, что она не залутанная. Такой же в целом может быть. Я думаю, спокойно. Ой, а тут медведь белый. Надамажил и ушел. Ну кто так делает? Недолго музыка играла. Как говорится, погонишься за медведом, наткнешься на руфкемпера. Не складно, но очень жизненно. Очень. Ну что, из-за какого-то гада начинаем все сначала. Кого-то слышу. Это магическое дерево? Бур, камера. Еще бур. Хорошо. Валим, валим отсюда. Капец, это же сколько скрапа. Это дофига. Прямо здесь тогда переработаемся. И может быть тут и построимся. Реально, я что-то не хочу бежать далеко теперь. Ой, тут не залутано. Просто сходу практически 300 скрапа. Ты кто еще такой? Ё-моё. Все, валю нахрен отсюда, тут слишком опасно. Нет! Но ты откуда взялся? Ты что? Ой, я, кстати, встал не в плохом месте. Как раз близко к космодрому. Ладно. А толку, что я встал? Это кто так упоролся? Остров весь застроил. Еще даже один день вайпа не прошел. Ой, магическое семечко. Да ты что? Эх, сейчас на холод. На голод. Бурый Мишка, а что ты забыл в зиме? Скажи мне, пожалуйста. Твою налево. Что тут за базы просто? Слушайте, а может быть вот на этой полянке поселимся? Вообще бомба. И тут, по-моему, даже холода нет. На базу. Слушайте, ну вот уже и домик какой-никакой имеется. Ну что, можно пробежаться, обследовать карту. Посажу сразу дерево и вот этот прекрасный металлический камень. И заодно плотненько-плотненько пофармлю. Кстати, вот из этого дома меня тогда убили. Когда я пытался залутать сферу. Ой-ой. Я, пожалуй, пока бур выложу. А то, знаете, как-то страшно терять. Потому что там Томик сейчас бегает. Да, пожалуй, выложу я бур. Или его рейдит, что ли? Да, похоже то, что его выселяют. А где? Ну что тут апается? Это что тут такое? Жестко. Ого. Ебать, я тебя ненавижу, ты бы знал. Ну вот, я теперь тебя залутать не могу. Что? Сейчас я к тебе приду. О, камень вырос. Подождите. Откуда у меня томик изучен? И шприц. Хрена себе, у меня даже что-то, оказывается, изучено было. Ну что, пойдем теперь в гости сходим. А тот ты гад такой, только умел с вышки стрелять. Твою медь. Что делаешь, негодяй? А, негодяй. А ты зачем бьешь дверку тут? Скажи мне честно. Ты стрелял, руфкэмпил, мешал. Сэмки. Так это не я. Я этого руфкэмпера пришел и задипал. А я думаю, что он пришел на меня, слышишь, там мне там аж смерти зажелал. Я думаю, что он такой злой. Смотри, иди сюда. У него, короче, какая-то смерть была. Я тут похапал, что мне нужно было. Забирай остатки тут. А, реально у него какие-то смерть? Антирадики. Хрена себе. Да, чтоб ты понимал, у него дверной проем был соломенный. Я просто прошел и все, сломал проем. Ни хрена себе. забирай. А, спасибо большое. Слушай, я тогда вот это забираю, да? Спасибо. А я думаю, что ладно. Он на меня кричит. Он... Я стенку одну выдолбил просто топором. Он там аж чуть пена из рта не пошла. Я думаю, что такого я сделал? Теперь понятно. Я тоже, да. Ладно, спасибо большое. Слушайте, ну... Неплохо. Парнишка задипал этого руфкемпера, а лут, который не нужен, ему мне отдал. Офигеть. Слушайте, ну не зря туда ходил. Слушайте, кстати, он же мне помп подарил. Он мне как раз нужен, чтобы я сделал все, что планирую. Ой, у нас уже дерево практически выросло. Ладно, я пока тут в это время по местности пофармлю немножечко компонентов. Потому что мне нужно как минимум изучить патроны. И расставлю заодно мины. Может, попадется кто? Чуть сам на свои мины не попался. 30 секунд. На место. Гад. Готовый? О-о-о-о. Спасибо. Красные карты. Стишка. Офигеть. Офигеть. Это лучший дроп, наверное, за последнее время. Надо домик срочно увеличить. Готово. Ну вот, жизнь налаживается. Ну что, теперь можно, как я и хотел, слазить на сферу. Теперь это мне, по идее, не должны помешать. И заодно сфармлю камни. Ну, очень похоже на то, что она залутанная. А, нет, нифига. Чем порадуете? Нормально. Нормально. Интересно. Довольно приятно. Слушайте, ну правда, жизнь налаживается. Сейчас сбегаем на склад, переработаемся. И уже можно ставить второй верстак. Я думаю, этого хватит. Да, можно сказать, второй верстак у нас в кармане. Хорошо. Ну что, я думаю, теперь есть смысл слетать на космодром, как я и хотел. Для этого мне нужен помп, который мне дали. И скрафтить немного зажигательных патрон. Этого точно хватит. Сейчас возьмем коптер из наемников и полетим на космодром. Сейчас буду показывать для вас нереально крутую тактику. Многие в Расте уже забыли то, что космодром можно лутать коптером. Честно, мало видел, кого кто так делает, поэтому я обязан вам это показать. Фишка просто бомба. Так, тихо, тихо, тихо. Просто наблюдайте, насколько сейчас вот это ПВО быстро отлетит. Просто наблюдайте, даже перематывать не буду. Просто посмотрите, насколько хп быстро улетает. Я тут не один. Вот гад, а. К сожалению, сейчас мой план по лутанию космодрома без карточек провалился, и я решил вернуться туда чуть-чуть попозже. О, дерево почти выросло. Нифига себе, сколько им МВК насыпало. Жесть. Слушайте, может, на космодроме там переспавнилось все? Все, да, ПВО восстановилось. Может, и ящики там появятся? Тихо, тихо, тихо. Только теперь без фанатизма. Все. Турель готова. Вернее, ПВО. Вообще можно сломать одну и залететь, но мы никуда не спешим. Для лучшей безопасности лучше снести две. Ну и вообще и с одной отлично получается лутать. Поэтому это уже на ваше усмотрение. Все раз-два, и этой тоже нету. Буквально на это я потратил 1,5 минуты времени. Вместе с беготней. Раз-два, и мы на месте. Да, видимо, залутали. О, ящики на месте, да ты что? О, давай что-нибудь, калашек, сишка. Хорошо. Но ящиков маловато, видно то, что они не все, но все же. Это хороший лут. Теперь можно спокойно возвращаться домой. Кстати, на коптере можно было залететь прямо наверх. Но опять же, рисковать лишний раз я не хочу. У меня не так много XP осталось на коптеры. Все, пора валить отсюда нафиг. Нормально все. Спокойненько, не спеша. Летим домой. Мы дома. Слушайте, я вот так посидел, подумал. У нас же есть красные карты. Может быть, большую нефтянку попробовать залутать? А чё это? Тут кто-то есть или коптер застрял? Ну понятно, ну вот кто так делает, а? Не долутывает какой-то мусор. О, разрыва. Ладно, поедем тогда снова лутать космодром. Ну, граник нашли разрыву. Ладно. Это кто еще такой? Ладно. Там зеленая дверь открыта. Блин, такое чувство, как будто кто-то сейчас лутал. Странно. Одна есть. Готово. Но есть такое подозрение, то что тут залутано. Да, топовых ящиков нет. Вообще недавно тут кто-то был, прям вообще. Ну ладно, и это пойдет. Блин, даже сферы залутанные. Ладно, дружок, ладно. Ой, хорошо, -2 получается. А может быть и -3. Да. Откуда вас столько? Объясни. Объясни, пожалуйста, откуда? Теперь готовы все. Фух, прям движ какой-то под домом начался. Ё-моё, карго плывет. А чего я еще до сих пор жду? Блин, там уже 3 корыта, я, наверное, не успею. Или успею. Но каргузик бы забрать, это было бы очень кстати. Минус коптер, наверное, делать. А, ни хрена. Тут еще и лодка приплыла. Твою налево. Как ты меня напугал. Ну и где ты? Холодно, голодно, темно, ё-моё. Вот она. Опять в кошки-мышки играть? Ну ты должен был отъехать. Да. Все. Теперь просто валим. Вот подождите, тут еще последний крейт. Во. Слушайте, но вот это достойный заход. Очень много оружия принесли. Очень. И МВК-дверь. Покрасим только. Чтобы посимпатичнее было. Ну что, компонентов мы уже неплохо домой смогли принести. Теперь в идеале бы подфармить камешков. Серу, метальчик. Ой, как камней много. Ё-моё, снова карго выплыл. Такое мероприятие пропускать нельзя. Поехали. А я не понял, а что какой-то карго неполноценный? Какой-то странный карго. Тут ты нигде не спрячешься. Допустим. А где главный Джорджик сидит? Опять приплыли. Тут как будто никого и не было. Но точно тут кто-то был, есть и еще будут. Но нас тут, по идее, трое уже. А может и того больше. Еще минус Диманюга. Начали потихоньку открываться. Надо будет я вас всех перекрышу. Ладно. В общем, тут остается один крейт, и я, наверное, свалю. Я не хочу рисковать. У меня слишком сочный лут. Я точно уверен, что тут еще один сидит минимум. А может быть даже двое. До свидания, карго. Последний крейт твой. В целом мне мейн. Калаш, ЛР, косишка. У нас уже 3 сишки, офигеть. Ну что, можно теперь спокойно порубить древесинки? Она нам-то сейчас нужна. И я надеюсь, то, что нам выпадет очень много семян. Наверное, буду рубить вот такие карликовые деревья. Так шансов точно поболее насобирать этих долбаных семян. Ой, ну наконец-то первое выпало. Это сейчас засейвим и пойдем дальше рубить. О, сразу 2. И у нас еще одно дома есть. Итого уже 3. Слушайте, ну это уже что-то. Это уже что-то. Готовый. Лутаться шел. Так ты не переживай, я за тебя залутаю. Но только, друг, тут, по-моему, залутано, слушай. Да, тут залутано. К сожалению. А кто тут что рубит? Ага. Ну, только начал фармить. Если что, друг, приходи еще. Я вот думаю домик увеличить, буферки поставить, забором обгородиться. Наверное, этим сейчас и займусь. Ой, ну неужели? Теперь хоть в безопасности более-менее можно апаться. Ну вот теперь и турелька у нас будет. Готово. И теперь можно заняться засадкой. Но вот это совсем другое дело. Ну что, время урожая. Неплохо. Ну что, у нас, по идее, наши деревья поспели? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, поехали. Ой, турель. Сишка еще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что так интересно? Слушайте, ну это очень достойный лут. Опять карго выплыл. Что, мне третий раз на него плыть? Да можно попробовать. Я тут что, первый? Я так не хочу, ехилу с собой взял мало. Ладно. Надо так надо. Сервер забитый с очередью. Почему тут никого нету? Капец, уже два крейта. Так, это второй. И тут же должен быть третий. Ага, вот прям тут же заспавнился. Что-то я топовых ящиков не вижу. А, вот они. МЛРС ракеты. Еще МЛРСки. Слушайте, у нас их уже неплохо накопилось. И еще МЛРСка. На базу. Все, можно уходить на деф. Слушайте, в этом вайпе лутание карго просто зашкаливает. Третий раз мы уже тут. Твою налево. Готовый. Фух. Неплохо залетело. Уже... Хм. Меня сейчас ждет прикол. Здравствуйте. Так, один открылся крейт. Сейчас минуту подождем и пойдем уже лутать. Там как раз остальные два поспеют. А ну-ка. Опять сишка. Да ну просто. У нас дома уже 5 сишек. Ну, если с этой считать. А ну. Давайте, родные. Порадуйте. Ну, поскромнее, поскромнее. Еще сишка. Чего просто? Ладно, пора валить отсюда. 2 сишки с карго. Итого у нас уже дома 6 сишек. Опять же, с учетом вот этих двух. У нас 5 ракет МЛРС. Йоу! Куда столько-то? Кстати, можем теперь соплю вызвать нашу. А почему бы и нет? Смотрите, сейчас будет подрыв на мине. Наблюдайте. Хорошо. А, ты выжил, что ли? О-хо-хо-хо-хо-хо. Я же говорил. А, его залутали, ё-моё. Хрена себе. Ого. Твою налево, да сколько вас тут? Да, ребят, ну куда вы? Куда добро мое хотел унести, а? А где аирдроп? А, вот он. О, бензопила, то что надо. И дерево наше подспило. А я все-таки вернул свое. Это вот этот гад меня только что убил. Но аирдроп был, честно, помойный. Если сейчас выпадет опять сишка, я просто офигею. 150 МВК, скраб. Ну, сишка, конечно, не выпала, но лут все равно невероятно приятный. Ё-моё, только что произошел разлог с отчелей, и тут в округе все рейдят. А ну, поехали. Со всех сторон рейдит, я даже не знаю, в какую сторону бежать. Вот тут вроде ближайший. Ага. Братан. Дружище, фух. Дружище, ну ё-моё. Тоха. Это тот, который мне лут отдавал? Да, вчера в деревянной хате. Счастье, все верну. Я одну зачель только на изучение возьму и все. Ладно, отдадим ему лут. Добро на добро. Он мне сегодня очень сильно помог. Почему бы мне не отказать? Вернее, зачем мне отказывать? Зато у нас теперь есть сочельное изучение. Ладно, я знаю, что сейчас буду делать. Я хочу сейчас изучить бобовку и сочель. И попробовать зарейдить какую-нибудь ферму. Там я смогу найти очень много скрапа. На место. Ну что, погнали. Вот тут пресное озеро, там должно быть дофигища ферм. Что? Неужели тут никто не додумался ферму сделать? Бред, ребята, вы чего? Это же топ-место. Я в шоке. Почему все фермы строят на реках, если есть такие прекрасные озера? Вот. Вот тут то, что надо. А, она незаконченная. Нет, что-то есть. Чего? А прикиньте, хватит. Надо было больше брать сачелей. Ого. Ой-ой-ой-ой-ой. Шкаф там, наверное. Твою налево, не угадал. Надо будет прийти еще раз. Все, погнали еще раз. Ага. Поехали. Да-да-да, шкаф, шкаф. Жесть. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Прям очень-очень хорошо. Очень. 10 тысяч пороха. ТНК, МВК, металл. Как бы да. Как бы вот так. Блин, я вот думаю, может быть, опять стоит полетать поискать ферму на рейд? Я тут присмотрел, тут, оказывается, еще есть две речушки. Какой зажим кривой, слушай. Хм. Откуда ты это с сачелями, друг? Опа. Забайчина. Ого. Ого. Ага. Слушай, блин, было бы 8 сачелей, я бы это сейчас все забрал. Ладно, наверное, слетаем, обменяем хотя бы эту ткань. Тут 1000 на 1500 выйдет. Ларка на иксе. Слушайте, неплохой заход. Не-не-не, погоди, стой, очередь. Ща я тут, мне немного осталось. Давай, я не спешу. Слушай, у тебя очень знакомый голос. У тебя тоже. Это, пляк, не ты ли это? Или слипер? Слушай, слипер. Ну вот и скраб на верстак подъехал. Слушай, а мне даже сейчас взрывчатку хватит изучить. Хм, неплохо. Вообще заход бомба. Так как у меня появился скраб на изучение хорошей взрывчатки, я решил воспользоваться этим шансом. я изучил взрывчатку и полетел на серьезный рейд. Поехали. Погнали. В этот момент я подумал, то, что вся моя взрывчатка пропала и все мои усилия напрасны, но почему-то я решил отправиться на камбэк. Ага. Отдыхай. И все? Друзья, товарищи, а где лут? Тут что и правда не было лута? Ребята, вы что, больные, что ли? Вот так вот рейди с онлайном 200 человек, это вообще безумие. Хоть мне и удалось забрать всю мою взрывчатку назад, но, к большому сожалению, лута в этом доме найдено так и не было. Вертушка вылетела, ё-моё. Надо сбивать. Все, забайтил. Ну ты чё? Не, это шутка какая-то. Что с тобой не так? Сколько я могу еще попадать? Ну ты будешь батиться или нет? Ты прикалываешься? Я тебя что, на таком расстоянии должен сбивать? Да ладно, ну неужели? А, ой. Сбил. Я еще никогда не видел, чтобы так вертолеты сильно тупили. Просто полдома мне уничтожил гад. Где этот хрен стреляет? Ага. Готовый. Поехали. Боже мой, а что так плохо? И ты иди тоже. Ты труп, парень. Вопросы? Но это отвратительный вертолет. Подождите, а там болт еще не залутанный. Ага, вот он. Пулик. Твою медь. У тебя был пулик, ё-моё, и ты бегал в хазике. Отдыхай, парень. Отбив вертолет, я решил на этом не останавливаться, и мне захотелось зарейдить в онлайне парнишку, у которого 2 часами ранее я забрал инвентарь ткани. Какого черта, просто скажите. Что просто происходит? Но я в онлайне. Руки потные. Ну, это слишком. Ракеты дефаться вы умеете. Пойду, наверное, посплю реально. Что-то уже вообще, что-то как-то не оно. Ну что, я немного поспал и могу продолжать свою историю. И сегодняшний день я бы хотел начать с плотного фарма. Ну что, поехали. Опа. Ну ему там кто-то уже и без меня по шапке дает. Ага. Не убежал. А, ну у тебя ничего. Опять бахают. Ну давайте посмотрим. Готовы? О! Слушайте, что не фарм, так антирейд реально. Может и фармить не надо. Чисто по антирейдам бегать. Ну что, наверное, сейчас будем плавить порох через стол для смешивания. Потому что угля у меня крайне мало. Поехали. В общем-то, пока у нас все плавится, жарится, я уже немного взрывчатки скрафтил. И хочу прилететь, посмотреть, как там поживает тот домик. Если он там не напихал турели, там можно приземлиться, я, наверное, его прямо сейчас пойду рейдить. Так, ну надо быть аккуратнее, потому что у него там стоит ПВО. Нифига себе. Чуть не отъехал. Ага, но у него там турели стоят. Его если бахать, то бахать с кибиткой. Тихо, тихо, тихо. Ну ладно. Поехали, что ж. Ой, не знаю, хватит ли мне или нет. Так, ну ты, допустим, минус. Работаем. Допустим. Еще более интересно. Угу. Мы где-то близко, по идее. Да, мы на месте. Вот он, лут. Так. Вот гад, а. Откисай. Подождите. Ага. Ну это как бы мейн. Но просто где шкаф? Как бы вот тут серо все. Шкафа я не вижу. Но не, это на выход по-любому. Если только где-то тут. Спасибо. Люблю такое. Подождите, а почему это в МВК? И сверху даже. Ладно, вот это интересно, действительно. Да, у него была нычка. Но пустая? И вот это и все, ради чего я так старался. Да ладно. Да ну тебя. Ты так упорно прятал лут. Для чего? Ну да, я раньше вот до сюда доходил, спускался, и он у меня вот тут тогда принимал. Ну да, в целом это весь лут, к сожалению. Ну вот так и закончилась моя очередная история выживания. Я очень рад, что смог довести дело до конца, и вам хочу сказать огромное спасибо, что смотрите мои ролики до конца. Спасибо вам еще раз, друзья. До скорого, увидимся в новых роликах.